ونساعد على هذا العمل. Ваше Высочество, позвольте мне от души поприветствовать вас в России. У нас очень добрые отношения с вашей страной, и, безусловно, Эмираты являются ведущим торгово-экономическим партнером России на Ближнем Востоке, одним из ведущих. В целом объем пока не такой уж и большой, он может быть гораздо больше торговли 1,5 миллиарда, но у нас есть очень хорошие перспективы и тенденции роста хорошие. Большие возможности открываются в сфере инвестиционного взаимодействия. Как вам известно, ваше превосходительство, наша страна. Читаете. Putin comes across as somebody who stands firm, and who doesn't dodge about, who does not change his stance, overall comes across as a leader who is probably wiser, more experienced, makes good and solid points. Not adventurous, not irresponsible, and in every way has an advantage in this crisis over President Obama.